В Ингушетии разыгралась стихия. Уже несколько часов в регионе наблюдается порывистый ветер, в результате чего частично повреждена кровля школы номер 3 в Назране. Также пострадала вторая школа в сельском поселении Галашки. По данным управления МЧС России по Ингушетии, пострадавших в результате стихии нет. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров дал поручение правительству в течение суток устранить все неполадки, возникшие из-за порывистого ветра. Первый заместитель председателя правительства Муслим Дзаитов сообщил о том, что создан правительственный оперативный штаб. Работа оперативного штаба находится на контроле главы республики. Все действия также он сегодня в оперативном режиме отслеживал. Полностью все металлопрофили, необходимые материалы, все завезли. Готовы к восстановлению работ. С утра, я думаю, часам 8 утра восстановить работы начнутся. Еще раз добавлю, что таких чрезвычайных ситуаций в республике из-за этой погоды не будет. Как сказал мой коллега Муслим Магомедович, сегодня непогода внесла коррективы в работу некоторых наших общеобразовательных организаций. В двух школах, а именно третья школа города Назрани, вторая школа сельского поселения Галашки, порывистым ветром сорвало кровлю крыши. И Министерством образования в связи с этим принято решение в целях безопасности учащихся на один день завтра отменить занятия в указанных школах, так как предстоит демонтаж кровли. Вся необходимая информация по этому поводу Министерством образования, руководителем общеобразовательной организации доводится, будет доводиться до родителей, в том числе через родительские комитеты. Учебный процесс при этом не пострадает.